крестьянин пьет, все в один голос вопят. Крик подобен грому, дайте людям рому, нужно по-любому людям выпить рому. Что ты гостям суешь, шахматы и лото, нас ты не проведешь, трактирщик ты или кто? Где? Где пианист под роялем спит? Он прибудет завтра днем. На старика озлоблен мир. Прощай, мой маленький трактир. Хай! Хай! Крик подобен грому, дайте людям рому. Нужно по-любому людям выпить рому. Трактир зашел аббат, ну да и шут бы с ним. Если б не странный факт, то что и шут был с ним. И оглядел людей, пищу сварили всем из шутовских статей и богословских тем.